BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Понятно, что есть два мяча, это зазор, это большой зазор, игра на выезде, но мы обсуждали с игроками, мы строим свою стратегию на этот матч. Мы попытаемся сделать все, и мы будем делать все для того, чтобы ликвидировать этот разрыв в два мяча. Это не будет просто, мы это понимаем, но мы к этому будем стремиться. Получается одинаково практически, и даже покрытие, ну, оно для обоих команд будет одинаково, поэтому и там не было такого привыкания у соперника к полю, потому что они играют тоже на практически таком покрытии. Я думаю, и у нас не будет привыкания к этому покрытию, и матч будет интересный. Но победа всегда поднимает и настроение, и дух, и уверенность в себе. Это самое главное, уверенность в себе, в своих партнерах, уверенность в том, что делаем, и всегда результат показывает, правильно мы путем идем. Если взять, ну, последнюю, предпоследнюю игру в чемпионате, да, там так сложилось, что и, может быть, и это тоже повлияло на судьбу первого матча. Но играют две команды. Поэтому и результат этот, он, я думаю, поспособствует еще тому же, что команда будет более уверенно себя чувствовать.